Эти высокие ворота ему открывают несколько раз в неделю. За ними уже пару лет живет лучший друг волонтера Рената Соколова. С виду агрессивный, а внутри ласковый и постоянно ждущий встречи. Бирон – американский стаффордширский терьер. Их встреча каждый раз, как после долгой разлуки, особенно радуется воссоединению четвероногий питомец. Хозяин пришел, а значит, впереди долгая прогулка с играми и дрессировкой. Давай-давай. Палочка на цельце. Палочка. Ай, браво! Умница! Сейчас у них идиллия. Бирон слушается и беспрекословно выполняет все команды и требования своего хозяина. Ренат, в свою очередь, не скупится на похвалу, когда подопечный ее заслуживает. Но так было далеко не всегда. Прежде чем подружиться, отношения между собакой и человеком, мягко говоря, не складывались. Я так злился. У меня руки все горели, была зима. Вот, и я уходил с ним куда-нибудь в поле, где снег, где люди еще не ходили, там снега по колено было, я с ним туда просто падал, и я его просил никуда не тянуть. Вот. И я сказал, что эту собаку я больше не возьму на занятия. Они разошлись. Отказавшись от сложной собаки, волонтера, как говорит он сам, замучила совесть. Чуть позже Ренат решил, во что бы то ни стало, он должен помочь животному научиться жить в окружении людей и других собак. Я понял, что я хочу с этой собакой заниматься на втором занятии. И после этого, ну вот, на протяжении каждого занятия я понял, то, что я все больше и больше к нему привязываюсь. Так началась их история взаимной любви. Полгода регулярных тренировок, и вот Бирон уже не бросается на каждого, кто пытается его гладить. Теперь он хочет с ним дружить. Кажется, дружить Бирон готов и с нашим оператором. Бирон. Нет. Хоть Бирон и любимчик Рената, под наблюдением волонтера есть и другие собаки. С ними он также выходит на прогулки, кормит, играет. На вопрос, почему собаки, Ренат отвечает, что по-другому не мог. Эти животные, оказывается, с ним с самого раннего детства. У меня сестра старшая как-то ушла за хлебом и забыла закрыть дверь в подъезд. А мама сидела в комнате, я выпал в подъезд, нашел там собаку, аргентинского дога. И, соответственно, вот так вот, схватившись за него, пришел в комнату. Мама, открыв рот, удивилась, но сказала, ну ладно, оставим вас, если эта собака стала ходить. Через 2 дня нашлись, конечно, хозяева, но вот так вот я совершил свои первые шаги. С тех пор с собаками не расставался. После случайной встречи с аргентинским догом Ренат уговорил маму взять на воспитание щенка. Сегодня дома у волонтера тоже живут 2 четвероногих питомцев, однако на посещение приюта это никак не влияет. Внимания и любви у волонтера хватает на всех. Впрочем, помощь животным в шереметьевском приюте не ограничивается лаской и заботой. Часто им жизненно необходимо вмешательство медиков. Так случилось и в день нашего приезда. Ребят, спасайте срочно. Одна из собак в приюте почувствовала себя плохо. Сотрудники оказали животному первую помощь, но этого мало. К счастью, мы на машине. Нашу съемочную группу просят помочь отвезти кровь на анализ в ближайшую ветлечебницу. Не раздумывая, мы вместе с Ренатом забираем пробирку, собираем свое оборудование и отправляемся. По словам волонтера, он волнуется не меньше нашего. В буквальном смысле спасать собаку ему доводилось нечасто. Как назло, мы встали в пробку, а на счету каждая минута. Чем быстрее медики проведут анализ, тем быстрее удастся помочь больному животному. Наконец мы на месте. Отдаем пробирку и выдыхаем. Результаты сообщат сразу в приют. Ждать их нам не надо.
Ситуации, похожие на ту, с которой столкнулись мы, увы, случаются часто. Порой оказываются и вовсе гораздо тяжелее. В такие моменты, как говорит Ренат, важно взять себя в руки и понять, никто, кроме тебя, не сможет помочь животному. Постоянное общение с четвероногими, говорит Ренат, доставляет ему колоссальное удовольствие. Активист признается, волонтерское движение – один из лучших проектов молодой гвардии. Благодаря тому, что когда-то он решил в нем участвовать, теперь знает, что такое настоящая любовь. Собаки лучше людей? Да. Они не предают. В этом их большой плюс. Они, если любят, то всем сердцем.